Есть шанс открыть счет своим голам. Бросок по воротам от Ульстрема. Беспалов на месте. Ульстрем подбирает шайбу. Маршал на синей линии. Меняются они местами с Ульстремом. Ульстрем снова получает шайбу. Еще направо. Бросок. Отличный розыгрыш. И шайба в ворота. Рижская «Динамо» открывает счет в матче. Открывает счет своим голам в 12-м сезоне континентальной хоккейной лиги. И делает это Якуб Берглунд. Новичок рижского «Динамо». Новичок континентальной хоккейной лиги. Вот Якуб Берглунд. 27-летний швед. Один из лучших бомбардиров чемпионата Германии прошлого сезона. Вот он забивает здесь сразу же в своей первой официальной игре. Ну и отличный розыгрыш, отметим. Хорошее было движение у рижан. Менялись местами игроки и вывели Якуба Берглунда на прекрасную позицию, откуда он расстрелял.